стройка полным ходом. Вернее, не знаю, строится или стоит. Нет, ребят, работает, значит, стройка. А напротив ЖК. Прикольный, ребят, интересный. Санкт-Петербург. ТЭК, улица Белоостровская, 6. А впереди ЖК Черная речка, где мы вот с вами проезжали. Я решила немножечко погулять вокруг. Интересный ЖК, я о нем не слышала. Красивый. Красивый, ребят. Красивый. Такой плоский. Ой, самолетик полетел, полетел. Мне нравится, когда плоский. По-моему, есть еще ЖК «Царская столица». Он такого же плана. Там несколько домов. Сейчас попробуем поближе подойти. Я вижу, что уже заселились. Это заправочка напротив. Сейчас посмотрим. Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга. Интересный. Такой стеклянный весь. Здесь стройка. Здесь трубы видны. Заправка. И ЖК. У нас уже 5 час, солнышко садится. Ну, конечно, вид такой из окон. Трубы. Трубы, дальше дома. Ну, а сам ЖК прикольный, интересный. Начало осмотра написано. Надо смотреть в интернете, продажи идут. Корпус 1, строение 1. Парадные. А что, парадные открыты? Что мы с вами сможем зайти? Пожарная лестница. Опять я вечно куда-нибудь зайду. Пожарная лестница. Нашли в парадную с вами. Не в парадную, а по пожарной лестнице. Сразу свет включается. Ой, куда мы с вами зашли? Не знаю куда. А можно зайти будет? Подъезд. В парадную, вернее. Открыто. Тут еще, наверное, стройка идет. Это точно. Тут еще стройка, ребят. Смотрите, я вовсю хожу. Лифты. Ух, там мы с вами зашли. Квартиры. Интересно. Ремонты идут. Все, закончилось. Сколько квартир? Раз, два. Девочка. 3, 4, 5, 6 квартир на этаже. Ну что, неплохо. Выходишь. Тут лифт. Тут и так можно подняться. Вот окна. Так что отделочку мы с вами даже увидели внутри парадных. Интересно. Идем на улицу выйти. Можно квартиры осматривать. Пойдем погуляем. Может, снутри увидели? Пойдемте, наверное, снаружи посмотрим. Здесь еще ремонт, по-моему, ходом. Да я такая вся деловая. Зашла, куда нельзя заходить. Это напротив стройки. Вовнутрь. Ой.
Так, где? О, свет. На движение свет работает. Открыта дверь, что? Дверь открыта, мы зашли. Что такого, да? Так, вот на кнопочку нажимаешь, выходишь. Опля. Опа-па. Помещение для мусора. Как у нас тут сделано все. Номер квартир, парадная. Квартира 234-310. Ага. Здесь у нас скамеечки идут. Что неплохо. Сниму это помещение. На первых этажах будут магазинчики, как всегда. Пожарные лестницы все открыты. Вот так. Так что мы зашли и зашли. Напротив, правда, все такое еще никакое, но зато здесь все красивенько. Вот у них, видите, отделка немножко другая там. Внутри отделка стен. Шестая парадная. Набираете квартиру и заходите. Такая же парадная, как и мы видели. Двор, ребята, круто. Главное, чтобы меня тут не закрыли. Давайте. Давайте зайдем вовнутрь, посмотрим. Обязательно надо зайти на сайт. Посмотрите. Ага, вот у нас двор. Прикольный, классный, да? Знаете, на что похоже, как мы с вами гуляли? Мы с вами гуляли. Апарт-отели. Вот у них внутри территория такая. Площадочка детская. С скамеечками, покрытие классное. Ой, ребят, какой ЖК интересный. Я бы в таком жила. Как я говорю, я бы здесь жила. Здесь с детками можно пойти погулять. Не хочу даже заходить. Все чистенько, аккуратненько, все новенькое. Там стройка дальше, там уже, наверное, другой ЖК. Все они сделали. Главное, чтобы ворота не закрыты были. Женщина посидела, села. Посидеть, думает, все, здесь я буду жить. Все ходят, осматриваются. Что интересно. Выход есть и на улицу, и выход есть во двор. Как мило. Как мило все. Березка плакучая. Пустила листики. Там возле Есенина памятника, помните, такая же березка была? Ой, у нас еще прекрасная осень, еще тепло, хорошо. Разговаривают рабочие, слышно. Ну что, интересно. На первых этажах будут магазинчики, аптеки, салоны красоты. Скамеечки деревяшечка сделаны. Со всем этим будет уход, конечно же. Компания жилищная будет ухаживать. Мусорные баки есть. Травка посажена. Все класс. Это помещение. Не знаю, есть своя парковка или нет. Смотрите, ступенечки куда-то ведут наверх. Правда, там можно заходить, наверное, в парадное. Смотрите, открытое парадное. Можно зайти. Давайте посмотрим. Почему нет? Может, вам кому-то тоже понравится. Может, вы захотите здесь жить. Вот, смотрим. Что мы смотрим? Парадное 2, домофон. Вид во двор. А мы насквозь прошли. Давайте тоже насквозь пройдем. Ящики почтовые. О, какая парадная, просторная. Такое ощущение, что здесь хочется скамеечку поставить. Здесь по-другому немножечко. Ага, вот лифт. А вот коридорчики, куда мы заходили, как в прошлый раз. Номера квартир.
написано. Здесь уже непосредственно квартира. Да. Ну что, нормально? Как вам пишите? А тут раз, два, тут мало квартир. Три, четыре, пять. Вообще круто. Наверное, здесь комнат побольше в квартирах. А можно насквозь пройти. Вот мы отсюда зашли, а можно выйти на другую сторону. Сейчас пойдем посмотрим, что на другой стороне. Светильничек милый. На кнопочку нажал. Тут. Кнопочку нажал, вышел. И что здесь? Здесь ничего. Здесь ничего такого. Да, виды, конечно, рядом не особо. Тут-то все красиво. Напротив стройка, стена. Пойдемте обратно. Хочу обратно. Мне внутри нравится. Ой, так приятно быть в современных, красивых местах. Какой цветник. Та-дам! Та-дам! Так, хорошо. Интересно, сколько здесь стоят квартиры? Интересно, а куда эти ступеньки ведут? Закрытый двор. Это сейчас мы сюда зашли, потому что показы идут. Разрешено. А так сюда потом навряд ли сойдешь. Будут ключи. Елочки, елочки, елочки. Будут домофоны. Вся история. Вот я смотрю, что там продолжение. Рядом уже в другом стиле ЖК. Белоснежный. Белоснежный. Вот, ребят, посмотрим сейчас. А ведь это все здесь ступенечки, скамейки. И все, и вот заканчивается ЖК. Я вот смотрю, я думаю, что это похоже. Там дальше уже другой ЖК. Белоснежный. Вот идет стройка тоже. Но это уже что-то другое. Сейчас посмотрим, выйдем мы вместе. Девушка с парнем пошли. Калитки нет. А, здесь калитки нет. Ну, тоже что-то. Пойдем обратным путем. Хотя вот здесь. На калитке нет еще никаких знаков. Кнопочек нет. Вот они просто... Раз, закрыли и все. Ну, это очень круто, что они так вот запускают уже. Пожалуйста, смотрите. В свободном доступе. Красивенько все. Травка. Травка еще зеленая. Все, листики есть. Как вам, ребят? Немножечко вида огорчают из окон. А это просто ступеньки, тут будут кнопочки, да? Наверное, что тут будет? Может, скамеечки, может, кнопочки. И все. Пошли мы с вами дальше. Березка. Ой, у нас еще осень, ребят. Видите, как клево на ветру. Красиво все. Все, выходим. Выходим, очень мило. Спасибо.
Нам понравилось. Выходим. Надо в интернете найти, что у нас здесь почем. Какое ближайшее метро? Что по карте здесь ближайшее есть? Такой длинный дом. А вот вокруг и все закончилось. Такой же можно обойти. Идем обратно. Интересно, машины у них. Тут-то все не поместятся. Такой молочно-черный. Даже не черный, а графит. Молочно-графитовый вариант отделки. Водостоки. Ну, что так? Интересненько. ЖК «Черная речка». Кстати, тут много фоточек, если по карте смотреть. Еще дополнительных разных интересных. 117 фотографий можно открыть, посмотреть, что здесь интересненького. Теперь посмотрим, где это в городе. На общем плане города, на карте. Ориентиры. Санкт-Петербург, вот центр. И у нас ближайшее метро. Лесная, пешей доступности. Сюда вышел, где и дорожку перешел. Лесная. Красная ветка. И метро Черная речка чуть дальше. Синяя ветка, вторая линия. Улица Белоостровская. Ну и тут номера домов 10, 8. Целый комплекс. Вот он написан, ЖК «Черная речка». А мы зашли в открытый двор, в один из дворов. На самом деле, посмотрите, целый комплекс будет. В общем-то, расположение удобное. Что здесь еще рядом у нас? Риверсайд. Набережная Черной речки. Большая Невка. Кантемировский мост относительно, если в центр. Дальше у нас тут Петроградская, Горьковская и вот наш Невский проспект. Давайте посмотрим относительно Невского проспекта. Вот здесь Невский проспект, Московский вокзал и вот это Горьковская, где Петропавловская крепость. Вот так. И вот Черная речка на карте города. Сайт, ребята, оставлю в описании под видео. Сможете перейти, посмотреть стоимость квартир. Захотите, пишите вместе, зайдем, посмотрим планировки. Познакомились с вами с новым ЖК. Пишите ваши комментарии, пишите ваши пожелания. Спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Не забудьте поставить лайкусик. И жду вас в следующем видео. Пока!